Вынесен приговор рецидивисту, который весной этого года избил на улице двух женщин и изнасиловал девушку. Напомню, что фигурант этой истории приехал из России, где отбывал срок за причинение тяжких телесных повреждений. Выпив со случайным знакомым, он сбил прохожую прямо на остановке, а через неделю повторил то же самое с другой женщиной. А еще через час в микрорайоне Сельмаш напал на 20-летнюю девушку. Совершив изнасилование, он забрал у нее из кошелька деньги, которые тут же потратил на пиво и сигареты. По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первой пятилетки в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших мужчине предстоит выплатить 5000 рублей денежной компенсации за причинение морального и материального вреда.